Аризона вошла в состав Соединенных Штатов одной из последних в 1912 году. Сюда приезжают в первую очередь, чтобы увидеть Большой каньон. И мало кто знает, что в Аризоне больше национальных парков, чем в любом другом американском штате. На самом севере здесь альпийский климат, а вот на юге настоящая пустыня. Во дворах у людей растут кактусы, на улицах испанская речь слышна почти так же часто, как и английская. Это приграничный штат, где живут люди, которые никогда не перестают проверять на прочность свои собственные границы. У меня работа мечты. Когда нет птиц, здесь становится немного одиноко. Но это ничего, вы только взгляните, какой открывается вид. Раскладной стул на вершине скалы Грег Купер шутя называет офисом. Лучшая в мире работа – это считать пролетающих мимо ястребов. Сгореть на ней не получится, а вот обгореть запросто. В этом ущелье в Большом каньоне в Аризоне всегда дуют сильные ветра. Мы изучаем популяцию ястребов и хищных птиц. Они индикаторы здоровья всей системы, потому что находятся во главе пищевой цепочки. Если что-то не так с растениями, насекомыми, небольшими птицами, это сразу же отражается на хищниках. Их становится меньше. Изо дня в день, с утра и до вечера, Грег всматривается в бескрайнее небо над каньоном. Таким нехитрым методом уже 25 лет исследовательская организация Hawk Watch International собирает данные о птицах. За долгие годы изменилось немного. Вместо заметок от руки в журнале, все цифры Грега и его коллеги теперь вносят в компьютер. Можно ставить передатчики и маркировать птиц, но это сложно и дорого. А вот считать их – самый экономный метод. Ведь мы фактически волонтеры, нам платят только стипендию. Грег живет в национальном парке Большой каньон. Это место часто путают с одним из чудес света. В классическом перечне из 7 каньон, конечно же, не фигурирует, но то и дело попадает в другие списки. Это второй по посещаемости парк в США и самая первая ассоциация американцев с Аризоной. Мы единственный парк, в котором постоянно живут 2500 сотрудников и членов их семей. У нас даже есть своя собственная школа. Многие тут выросли, выучились и остались работать. Статус национального парка – каньон, растянувшийся на 500 километров и прыгнувший в глубину на 1800 метров, получил в 1919 году. Но история, выгравированная на его склонах, началась за миллионы лет до этого. По срезам этих скал можно изучать историю Земли. Самым молодым скалам тысячи лет. А вот темные участки сформировались больше миллиарда лет назад. Видите, как меняется цвет скалы? Вот, например, белая полоса указывает время, когда здесь повсюду была пустыня. В Большом каньоне, как и тысячу лет назад, живут коренные американцы. На самом дне ущелья расположилась индейская деревушка Супай. Подъем со дна каньона может занять целый день. Это 12 километров сложнейших троп. Настоящее испытание даже для опытных путешественников. Но есть альтернатива и для туристов. Подняться вверх можно на мулах. Животные настолько популярны, что их обычно бронируют за год. Для жителей деревни Супай эти мулы – единственная связь с цивилизацией. Ежедневно животные доставляют почту на вершину каньона. Перепад высоты тут сказывается на погоде. Когда на самом верху идет снег, внизу в разгаре жаркое лето. Большинство людей думают, что пустыня – это пески и кактусы. Но есть еще так называемая высокая пустыня. Здесь есть леса, кусты, водятся волки или, например, пумы. На вершине каньона лето очень жарко и очень холодная зима. Вот сейчас немного похолодало, и мы радуемся. Я даже ношу короткий рукав. Погода в Аризоне очень разная. Скачет от заморозков до плюс 50 по Цельсию. Все мы, кто живем тут, и люди, и звери, должны как-то приспосабливаться. Ну, здравствуйте. Дон Мартин – коренной житель Аризоны. Работал полицейским, но, выйдя на пенсию, своим оружием выбрал слово. Дон пишет в местную газету «Kingman Times». В центре его расследования – конфликт между овцами и мулами.
Американцы понятия не имеют, что здесь происходит. Они смотрят на этих ослов и думают, какие же милые создания. Может быть и так, но никто не понимает наши проблемы. Проблема, по мнению Дона, в том, что ослы в городке Оутман на западе Аризоны стали полноправными хозяевами. Их развелось так много, что приспособиться к ним уже не могут ни люди, ни звери. Когда-то городок Оутман славился своей золотодобычей, но сегодня главная достопримечательность – это ослики, которые свободно разгуливают и по тротуарам, и по проезжей части. Когда-то их сюда привезли специально для работы в шахтах, но предприятия закрылись, а ослики остались, и новая жизнь пришлась им по вкусу. Ведь по сравнению с суровым климатом Северной Африки, даже аризонская пустыня показалась им райским уголком. Все началось в 1971 году. Тогда Конгресс взял ослов под защиту и признал символом Дикого Запада. Посмотреть на них потянулись туристы со всего мира. За вспышками фотокамер и не заметили, как животные начали объедать местных овец. Мы же должны как-то управлять этими процессами. Все должно быть сбалансировано. На ослов в этих местах не охотится никто из животных. Вот они и размножаются. Сперва ослов из Оутмана хотели стерилизовать, но подсчитали, процедура будет стоить целое состояние. Вместо этого животных решили отдавать на фермы с доплатой. Только лишь на содержание диких животных на фермах мы уже потратили $32 миллиона. Представляете, если бы у нас были 32 миллиона на помощь ветеранам. Но на эти деньги мы кормим диких ослов. Люди на восточном побережье США ничего не знают об ослах. Но по иронии, именно они принимают решения. Все эти жители Нью-Йорка и понятия не имеют, что тут у нас происходит. А я вот здесь живу всю жизнь и знаю, какие могут быть последствия. Дон не любит перемены. Он очень хочет сохранить Аризону, которую он помнит с детства. Штат хлопка, цитрусовых, меди и коров. Но эти декорации из прошлого исчезают, как тени в полдень. Мы ведь последние представители Дикого Запада. А сейчас Аризона фактически превратилась в плавильный котел. Люди приезжают со своими либеральными идеями. Но это ведь не Калифорния, это Аризона. Мы не хотим жить, как люди в Сан-Франциско. Мы гордимся тем, что мы такие, как есть. Единственная причина, по которой мы сейчас находимся в США, а не в Мексике, это вот эта железная дорога. США не могли проложить трансконтинентальную дорогу без этого участка земли. Тогда его просто купили у Мексики. Поезда проезжают прямо через центр Тусона, города на юге Аризоны, где находится университет штата. Возможно, самое либеральное место в донедавна одном из самых консервативных штатов. Джимми приехал сюда, оставив офисную работу ради мечты – открыть свой бизнес. Я подумал, что в городе с таким большим количеством студентов будут популярны велосипеды. Тусон — это, конечно, не Нидерланды, но по американским меркам неплохо. Так появилась идея делать велосипедные экскурсии. Несколько месяцев Джимми просто катался по городу, разрабатывал маршруты и изучал историю города. Вот это самый старый бар в Тусоне. Он открывается в 6 утра. Там людно, знаете. Интересный микс. Либо же служащие выпивохи, ну или те, кто работает посменно. Желающих послушать забавные истории из жизни города и посмотреть на уличное искусство всегда хватает. Население Тусона все время меняется. Сюда приезжают на учебу, на шопинг, а порой из северных штатов, чтобы перезимовать в тепле. Из-за границы тут много коммерции, и это всегда было частью культуры. Люди свободно ходили туда и сюда. Кстати, у многих семей, основавших этот город, мексиканские фамилии, ведь это мы, а не они здесь новички. Хозяин Аризоны, ее главный символ, вовсе не человек и даже не животное, а гигантский кактус сагуара. Растения, возраст которых достигает 200 лет, а высота 15 метров, растут в пустыне Сонора. Она охватывает север Мексики и юг США, но самый большой парк гигантских кактусов находится в окрестностях Тусона. Коренные американцы верили, что в кактусы перерождаются их предки, а сами растения наделены душой. Кактусы сагуара – настолько неотъемлемая часть культуры Дикого Запада, что часто их даже изображают в виде ковбоев со шляпой на голове и с двумя пистолетами в руках.
Внешне комичные колючие кактусы – одно из самых полезных растений Аризоны. На улице я всегда останавливаюсь в одних и тех же местах, потому что я знаю, что когда выйдет солнце, здесь будет тень. По этому признаку всегда можно отличить местных жителей. На улице мы выстраиваемся вдоль одной линии, куда падает тень кактуса. В стволах кактусов птицы вьют гнезда. К 35 годам растение начинает цвести. Цветок – не только символ Аризоны, но еще и местный деликатес. В этом кактусе можно есть только цветы, но вот в таких, которые поменьше, можно брать целые пластины, нарезать их и хоть в яйцо, хоть в супы. А можно есть и как отдельное блюдо. Кактусы, мескит и астралистая фасоль – продукты, которые выращивают в Аризоне вот уже 4000 лет. Благодаря богатой аграрной истории в 2015 году ЮНЕСКО признала Тусон кулинарной столицей мира. В местных заведениях, впрочем, и до титула знали, что лучшее блюдо – это когда продукты с местной фермы попадают сразу же на стол. В ресторане Welcome Diner мы готовим вегетарианское буррито под названием «Три сестры». Оно рассказывает сельскохозяйственную историю нашего штата. Три сестры – это тыква, фасоль и кукуруза. Кукуруза помогает фасоли расти вверх. Фасоль насыщает землю азотом, который нужен тыкве и кукурузе. А тыква защищает от солнца и насекомых. Три сестры помогают друг другу расти, но также они дополняют вкус друг друга и в готовом блюде. Создатели Welcome Diner объединяют старое и новое Аризоны. В здании ресторана 60 лет назад открылся американский дайнер, иными словами, столовая. На обед у нас сегодня кактус. Уже без иголок. Очень напоминает стручковую фасоль. А вот этот соус сверху – это орешки, лимон, чеснок и томаты. Тут жареная картошка, курица, сметана и сыр. Это тоже местная еда, но совсем другая. Мексиканский фастфуд. Алекс уверяет, самый лучший в Финиксе. В столице штата Аризона живет 4,5 миллиона человек. Это пятый по величине город в США. Здесь, в мегаполисе, особенно ощущается, что на самом деле значит приграничный штат. Мне было 3 года, когда мы приехали из Мексики в США. Это было очень тяжелое время. Родители все время работали. Они всегда были моим примером. Я всегда буду ими гордиться и всегда буду гордиться быть испаноговорящим. Буду гордиться, что я мексиканец в этой стране. Алекс – сын нелегальных иммигрантов. Родители привезли его в США еще ребенком. Таких, как он, детей, выросших в США, но так и не получивших легальный статус, называют мечтатели. В одной лишь Аризоне их 25 тысяч человек. Годами их судьба зависит от решений политиков в Вашингтоне, и каким будет их завтра, часто определяет партийный компромисс. Что будет, если он однажды не случится? Страшный сон младшей сестры Алекса, родившейся уже в США. Я больше всего боюсь, что в один день я проснусь и не будет никого, что они заберут всю мою семью. Таким, как Алекс, помогает Карина. Карина оказывает юридическую помощь мечтателям и помогает заполнять документы. Она сама одна из них и занимается общественной деятельностью с большим риском. Участие в протестах и случайный арест могут закончиться для нее депортацией. У покойного сенатора Маккейна был законопроект, который мог открыть путь к гражданству для детей ДАКа, но за него так и не проголосовали. В Аризоне пролегла граница между большой политикой и маленькими судьбами. В начале 80-х тогда 22-летняя студентка из Вирджинии Ивон Моррис приехала в этот жаркий штат в самый разгар холодной войны. Ее сверстники подрабатывали официантами в то время, когда Ивон получила самую ответственную работу в жизни. Мы стоим на месте запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Титан-2». И сейчас мы спустимся на 14 метров под землю, чтобы увидеть саму ракету. Ивон сегодня директор музея «Титана», но в 1980-х она командир расчета межконтинентальной баллистической ракеты и одна из первых женщин, попавших на этот сверхсекретный военный объект. Ракеты, цели которых находились на территории Советского Союза, были развернуты в 3 штатах – Арканзасе, Канзасе и в Аризоне.
Когда я сказала своему отцу, что хочу служить в военно-воздушных силах, он посмеялся и сказал, что ты никогда этого не выдержишь. Но знаете, я всегда была очень целеустремленной. Это меня только раззадорило. Это рабочее место Ивон в командном пункте. Здесь нет никаких красных кнопок. Ракету запускает легкий поворот ключа, как будто заводишь машину. Чтобы добраться до цели, баллистической ракете требовалось менее получаса. Мощности боеголовки, которую нес «Титан», было достаточно, чтобы уничтожить все на площади 900 квадратных километров. Ивон, с психологической точки зрения, как вы с этим справлялись? Каково это знать, что в один день может прийти приказ? Нашей настоящей миссией был мир через сдерживание. Если мы выполняем свою миссию правильно, то запуск никогда не случится. Я думала об этом каждый день, идя на работу. В 1985 году ракету, за которую отвечала Ивон, сняли с боевого дежурства. В один из ее последних рабочих дней, когда из командного пункта вывезли все секретные документы и приборы, сотруднику Ивон разрешили принести на работу фотоаппарат. Так появилась единственная фотография, сделанная на рабочем месте. Проблема в том, что обычно я ходила в очках. Но за день до этого фото я их разбила, играя в волейбол, и мне пришлось надеть темные, потому что они тоже были с диоптриями. Ох, если бы я только знала, какой ажиотаж вызовет это фото, и что оно будет единственным с тех пор. Ивон ушла со службы ВВС, но осталась жить в Аризоне и стала работать юристом. Когда ракетную шахту, где некогда нес службу «Титан», превратили в музей, Ивон стала его директором. Теперь ее будни – это экскурсии и гости со всего мира. Один из них запомнился навсегда. Коллега с другой стороны земного шара. Командир ракетного расчета из Советского Союза. В таких ситуациях никогда не знаешь, что сказать. Он протянул мне руку и сказал: «Спасибо, что не запустили». Вы знаете, у меня мурашки пошли по коже. И я ответила: «И вам спасибо, что не запустили». Это был один из самых волнующих моментов в моей жизни. Я убедилась в том, во что я всегда верила. Хорошие люди есть с обеих сторон. Город Ногалес находится по обе стороны, и в Мексике, и в Аризоне. Но если говорить, что я из Ногалеса, то все будут думать именно про Мексику. Одно имя на двоих, одна пустыня. Мексика и США настолько тесно переплелись в приграничном городе Ногалесе, что сразу и не поймешь, по какую сторону стены, разделяющей города-близнецы, ты оказался. Много жителей Аризоны ездят к зубным врачам в Мексику, потому что там это дешевле. Без Мексики Ногалес вообще был бы мертвым городом. Оттуда к нам приезжают на шопинг сотни тысяч людей. Многие приезжают сюда учиться. К сожалению, федеральное правительство этого не понимает. Йоланда Сота родилась в США в семье иммигрантов в третьем поколении, но говорит с легким испанским акцентом и считает себя мексиканкой. О корнях и культуре в ее рабочем кабинете напоминает буквально каждый предмет. Фрида – символ феминизма. Она родилась раньше своего времени. Она – мое вдохновение, моя сила. Мне очень важно, чтобы меня окружал цвет. Эти картины по технике куда проще творчества художницы на них изображенной. Мексиканскую икону феминизма нарисовали заключенные из аризонских колоний. Ежедневно они приходят сюда делать другую работу. 12 человек помогают сортировать фрукты и овощи, грузить фуры и убирать на складе в благотворительной продовольственной организации, которую основала Йоланда. Но вне сезон пестрое разнообразие плодов из садов и огородов сменяет палитра масляных красок. Я хочу, чтобы они вновь обрели чувство собственного достоинства. Вот эту картину, например, нарисовал американский индеец. Он был скульптором, но никогда раньше до этого не рисовал. Вот этот мужчина, вот его работа, тоже ни разу не держал кисть в руках, но как-то сказал: «А можно я попробую?» Йоланда одна воспитала шестерых детей, сейчас с материнской заботой относится и к заключенным. Когда-то она работала в судебной системе и тяжело переживала то, насколько слепым бывает правосудие.
Автор этой картины был осужден на 26 лет за кражу со взломом. Он уже отсидел 18. За все это время у него в тюрьме не было ни одного предупреждения. Я никогда не верила в силу исправительных колоний. Да, здесь на границе очень много соблазнов, наркотиков. Но сажать людей, если это не жестокие преступления, это не выход. Йоланда смогла нанять заключенных в свою организацию через программу исправительных работ. Она уверена, им это дает возможность не только вернуться к нормальной жизни, но и помочь тем, кто тоже попал в беду. Около половины всего экспорта овощей и фруктов из Мексики в США проходят границу здесь, в городе Ногалес. Но многим из этих продуктов никогда не суждено оказаться на магазинных полках. Ведь даже из-за вот такой вот маленькой царапины супермаркет никогда не выставит этот цукини на продажу. Но этими овощами можно накормить десятки тысяч семей по всей Америке. Йоланда и ее команда заключенных собирают около 25 миллионов тонн продуктов на сумму 52 миллиона долларов в год. Мы решили, что будем собирать только свежую еду. Поскольку это рынок, движимый потреблением, иногда нет спроса на некоторые товары. Некоторые продукты и вовсе просто повреждены, например, дождем. Но потребитель их уже не хочет. Это, кстати, то, что очень важно поменять в нашей культуре. Я начала с того, что ходила по домам и говорила: не выбрасывайте фрукты и овощи, мы их заберем. Йоланда здесь отвечает буквально за все. На вопрос, чего не хватает, не задумываясь, отвечает: денег. У ее организации нет возможности профессионально заниматься сбором средств, поэтому к каждому пожертвованию относятся с особой благодарностью. Йоланда и сама жертвует многим – долгими часами работы, бесконечной борьбой с бюрократией и даже собственной безопасностью. На 12 заключенных здесь всего один охранник. Я давно перестала бояться. Может быть, если бы я была моложе, то было бы иначе, но мне кажется, я всегда чувствовала себя очень комфортно. Лэнс Блэр с самого детства чувствовал себя комфортно только в движении. Я читал рассказы о путешествиях, о покорении Арктики, Эвереста и Африки. Все уже, казалось, было открыто, но я думал, ведь никогда не поздно открывать все для себя. Мне кажется, я поэтому и влюбился в Веронику, потому что она из другой страны, из Перу, и я каждый день узнаю от нее что-то новое. О, да, все время пробовать что-то новое. Так мы и живем. Супруги Вероника и Лэнс Блэр из Финикса объехали полмира. Австралия, Перу и Канада, и, конечно же, родная Аризона. Никогда отсюда не уеду. Я люблю Аризону за возможность всегда находиться на природе. Если любишь походы, это твое место. Лэнс в походы не только ходит, но и водит других. Он организует путешествия в свободное от работы медбратом время. У вас все прекрасно, просто дышите, все будет отлично. Пульс, давление, все в порядке. Лэнс работает в отделении интенсивной терапии. Это самый сложный участок работы в больнице. И именно здесь самые большие нагрузки на персонал. Когда мне было 18, я потерял ногу. Пьяный водитель сбил меня на перекрестке. Дела были плохи. Чтобы привезти меня в больницу, вызвали вертолет. А утром я очнулся уже без ноги. Но нога — это было далеко не все. Из меня отовсюду торчали трубки. Врачи почти сразу сказали мне: сомневаются, что я смогу ходить. От боли спасали сильнодействующие лекарства. От отчаяния — долгие разговоры с теми, кто имел такой же опыт. Я всегда считал, что есть два выхода из любой ситуации – либо плакать, либо смеяться. Мне тогда говорили: да, так случилось, но ты жив, и это самое главное. В этом году Лэнс отмечает 30-ю годовщину со дня, когда изнурительные упражнения и сила воли превратились в первые шаги. Историю своей победы он теперь рассказывает тем, кто, как и он, просыпается в отделении интенсивной терапии навстречу рухнувшему миру. Знаете, я обычно захожу в палату и говорю, что ваша жизнь не изменится, что все будет в порядке. И минут через пять они спрашивают, мол, кто ты такой вообще, чтобы нам это рассказывать? Откуда тебе знать? И тогда я поднимаю штанину и показываю протез. И говорю: видите, я работаю в этой больнице. Я медбрат, и у меня нет ноги. И вы даже этого не заметили. Просто сделать шаг недостаточно. Лэнс уверен, надо идти к цели. Он никогда не забывал о своей детской мечте путешествовать и открывать новые страны. Так появился проект «Путешественники с ограниченными возможностями». Лэнс берет в дорогу тех, кто думал, что навсегда останется прикованным к креслу.
Обычный микроавтобус Лэнс превратил в вездеход для людей с ограниченными возможностями, оборудовав камерами и системой ручного управления. Вот наш грузовик. С помощью ручного управления Нейт может управлять автомобилем. Видеть изображение на камерах, установленных снизу? Я просто сижу рядом и даю советы. Лэнс проехал всю Америку, а путешественники с ограниченными возможностями стали героями телешоу и превратились во всеамериканскую организацию. В дороге появилось много спутников, а вместе с ними еще больше открытий. Ведь как настоящий аризонец, Лэнс уверен, границы существуют только в голове.